Владимирская область, субъект Российской Федерации, входящий в Центральный федеральный округ. Эта область отличается выгодным географическим положением, располагается в центре России, имеет широкую сеть железнодорожных и транспортных путей. В настоящее время через территорию Владимирской области проходят три магистрали: Москва-Ярославль, Москва-Казань, Москва-Нижний Новгород. На западе проходит граница с Московской областью, на севере встречается с Ивановской и Ярославской областями, на юге граница с Рязанской областью, на востоке и юго-востоке с Нижегородской. Климат Владимирской области умеренно континентальный, с теплым летом, умеренной зимой. Четко выражены переходы между сезонами. Первые следы пребывания в этой области относятся к верхнему палеолиту. В местности, Сунги, найдены доказательства пребывания человека с древнейших времен. Раскопки в городе Муром и других поселений позволили говорить о финно-угорских корнях этой земли. Славянская колонизация земель нынешней Владимирской области началась в далеком X веке. В это время возникли города Суздаль и Муром. Затем территория Владимирской земли вошла в состав древнерусского государства. В XI веке была в составе Ростовско-Суздальского княжества, в XII веке Владимира Суздальского. Город Владимир был основан в начале XII века. Отличительные особенности Владимирской области – компактное и равномерное распределение населения, несколько крупных городов с развитой промышленностью, уникальные природные места, такие как заповедная Мещера, Коврово-Касимовское плато, Флорищева низина. Владимирская область в настоящее время занимает значительное место в России. Здесь развито машиностроение, стекольная промышленность, производство оружия.